Очень здорово, что в нашем городе есть молодежь с активной жизненной позицией. И то, что она готова, умеет, есть желание и прикладывает усилия для того, чтобы свои идеи, свои желания, свои усилия прилагать к тому, чтобы наш город становился лучше, красивее, развивался, чтобы в нем было комфортнее жить. Благодарственное письмо за большой личный вклад в реализацию молодежной политики в связи с Днем молодежи награждается Сизов Сергей Иванович, специалист первой категории. Череповецкий молодежный парламент. Ребята работают так, что с них берет пример вся область, а теперь, наверное, уже не вся, и не только область, и другие регионы нашей страны. Отличные социальные проекты. Причем, что самое интересное, они не замыкаются в себе. Любой, у кого есть какая-то идея, который хочет реализовывать эту свою идею, либо присоединиться к реализации чужой идеи, может прийти в молодежный парламент, да и не будучи членом молодежного парламента, точно так же наравне вместе с ними работать. Со второго курса я стала активисткой, меня позвали в молодежное общественное объединение. Я на протяжении всего второго курса была в его составе. Мы проводили, помогали проводить различные мероприятия, как в стенах колледжа, так и за его пределами. А с третьего курса я уже стала председателем и стала возглавлять это молодежное движение. Это получается волонтерская деятельность, помощь ветеранам, организация различных акций, к примеру, помощь дому ребенка, на который мы постоянно выходим дважды в год, акции «Стоп гипертония», которая известна уже в нашем городе, то есть два раза в год мы выходим в аптеки и измеряем всем желающим бесплатно давление.